твой момент славы. Да кто тебе обо мне рассказал? Голой! Возможно, тебе еще нужно время все обдумать. Я до смерти забью конечностями этой жирной твари! Этот гад — рогачие землетрясения. Да что, я хочу тебя сожрать. Ну вот, не получилось. А не получилось. Вау, его воздух подбросил, значит. Хреново тебе, да, жертвец? С ним мне потребуется щупальца. Ух ты, я сполучу кулаки молоты. Все, почти. Отвали от меня. Все-таки рука молот. Думаю, будет кулак молот. С этим поосторожнее. Ой, то есть... Могу и пора. А, ну да, все правильно. Вау. Он мой. Это Вайпер 4-2. Раненый офицер помещен в одну из СССР. Прием. Да, не очень датчик, конечно. Хотя, я бы так не сказал. Разлетались. Круто, кулаки молоты. Это вещь. Я знаю, что ты где-то там. Думаешь, я прячусь от тебя? Я просто жду, когда ты устанешь. Я уже знаю, что делать. С Мерсер, этого глупого спора не было. Смотри, что я умею. Тебе придется нелегко. Нет, против него это бесполезно. Возьмем мою
на стратегию. От твоих родных так не вернусь. А поговорить не хочешь? Я знаю, что ты где-то там. Думаешь, я прячусь от тебя? Я просто жду, когда ты утонешь. Враг покинул гнездо. Открыть огонь. Гораздо проще.